Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Вчера я зашла в букс ArcoinClicks. Ну, называется как-то так. Но сегодня я хочу проверить его на вывод. У меня на балансе 374 коинов. Вот этих внутренних монет. Вывод от 120 коинов. Да, это копейки, друзья. Это мизер, но тем не менее проверить на вывод надо, на платежность. И я хочу это сделать. Нажимаю вкладочку WinTrav. Напоминаю, здесь мы работаем абсолютно без вложений на просмотре рекламки серфинга Pair. Значит, смотрите, минимум вот здесь написано, минимум вывод 120. Далее, прежде чем выводить, что я хочу сказать. Многие не знают сайт на иностранном языке, как переводить на русский язык. Обращаю ваше внимание, друзья, смотрите, вот здесь вот такой значок. Перевести эту страницу. Кликаем на этот значок. Здесь вот английский. Кликаем русский. Кликнули на русский. Читаем. Здесь вы можете снять свой баланс. Платежи осуществляются автоматически. Pair или Perfect Money. Валюты 600 монет равно 6 рублям равно 10 центов. Здесь рубли и доллары. Далее что, друзья? Бывает, вот этого значка нет. Опять я кликаю, ставлю английский язык. Нет такого значка. Значит, как переводить? Кликаем правой кнопкой мыши. Открывается такое окошечко. Ищем перевести на русский язык. Кликаем перевести. И у нас опять идет перевод. И уже появляется вот такой вот значочек. Услышали меня, да? Давайте я поставлю на оригинал. И желательно выводить все на оригинале. И пополнять. Значит, у меня 375 монет. Я вписываю 375. Это, друзья, как я сказала, конечно же, мизер. Это 6 центов, но проверить на вывод надо. Значит, как здесь написано, вывод автоматический. Я решила это все сделать в режиме онлайн. Нажимаю «Вывод». Error. И что мне здесь написали? А непонятно. Так, вот видите? Так, давайте-ка переведем теперь уже на русский и посмотрим, что они мне тут напишут. Будет 375, комиссия 0. Так, изымать. Ага, смотрите, успешно, оплачено успешно. Ну и нормально, значит, есть у нас тут. Так, все, смотрите, зелененький кружочек. Я оплатил, ну, мне вывели. 6 центов. Идем на Pair кошелек. Я обновляю страничку. Делаю, как видите, все в режиме онлайн. И вот плюс 6 центов. Интересно, есть здесь комментарий? Да. Смотрите, 10 июня. Перевод выполнен. 0.06 центов. Вывод. Значит, ArcoinClicks. Ну и мой логин. Платит инстантом. Очень приятно и порадовал, конечно. Я вот эти копейки не стала выводить, как бы. Значит, давайте перейдем что. Так. Я что хочу вам еще? Так, выйти ежедневный. Что я хотела вам показать? Подождите, обменить планы, просмотр, панель. И где-то статистику я вам хотела показать. Статистику. Иду сюда.
И здесь вот статистика. Смотрите, здесь все в режиме онлайн. Мой логин, моя сумма вывода на Pair. Все замечательно. И здесь вот по 5 центов 120 коинов. Это, друзья, 2 цента. Минимальный вывод. Вот кто-то вот, ну тоже вот это 3 рубля. Это, не знаю сколько. Ну вот тоже кто-то в рублях выводит, кто-то в центах. Ну я вот в центах. Далее что? Обратите внимание, тут еще инвестируют. Вот. Что, для чего это надо? Вот это уже, друзья, риск. Что я хочу сделать? Так, аккаунт. Возвращаюсь в кабинет. Так, вывод я вам показала. Платит инстантом. Все замечательно. И заработок, друзья, абсолютно без вложений. Услышали меня? На просмотре серфинга. Сейчас я закрою рекламку. Здесь вот серфинг. Его более чем достаточно на просмотре. Я же хочу рискнуть. Это риск. Я понимаю, что я деньги буду вкладывать в интернет. И может случиться всякое. Сегодня работает, завтра не будет. И я это понимаю и осознаю. Вы же работаете, как я сказала, абсолютно без вложений. Смотрите. Здесь можно инвестировать от 10 центов и будут капать монетки. Вот что, это я сегодня уже. Значит, цена 10 центов вот здесь вверху. Вот эта вот цена стоит. Сколько план каждый стоит. Здесь 20 центов и 1 доллар. Вот я на 1 доллар и зайду. Значит, в час 0,1 монетка, в день 2,4 монетки, в месяц 74 монетки. И срок здесь неограниченный. Продолжение жизни. Если я зайду на 1 доллар, это 6000 монет. Это 60 рублей будет в рублях. В час 2 монетки, в день 48 монеток мне будет. И в месяц 1488 монеток. Но там идет уже по нарастающей. Я пока рисковать не буду. Я, ну, здесь 10 центов и 20 центов. Как-то так несерьезно. Ну, хотя бы 1 доллар. Пусть. И здесь вот сюда будут капать, собираться монетки. Здесь собрать прибыль. И монетки будут идти на баланс для вывода. Так, это планы. Теперь что? Добавить средства. И что я буду делать? Я буду тогда оплачивать в рублях. Так, сейчас буду смотреть. Вот мне надо 6000 монет. Вы получите 6000 монет. Я получу. Так, ну давайте. Я пополню. Перебрасывает на Pair. Поставлю на паузу, пополню и после продолжу, чтобы и так видео затянуло. И у меня на балансе стало вот 6000 монет. Теперь я иду выбирать план. И покупаю вот это за 6000 коинов. Нажимаю Bill. Так, опять у меня что-то не то. Бил. Ну вот, видите, два раза надо как-то кликать. Все, у меня куплен план. Обратите внимание, и начали как бы вот капать монетки, видите? Потом я их соберу, и они уже перекочуют сюда. Что у нас здесь написано?
Так, на русский мы переведем. Текущая прибыль 2 монетки в час мне будет. Собрать деньги. Собрать. Опять ошибка. Наверное, мало монеток. Надо хотя бы, чтобы было здесь побольше монеточек. Ну, в принципе, на этом все. Работаем без вложений. Букс платит инстантом. Вывод я проверила. Ну, а результатами я, естественно, буду своими делиться. Ну, и писать периодически видеообзоры по этому проекту Буксу. Букс меня зацепил конкретно. Ну, буду мониторить. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.